столице Чувашии мужчина при уборке снега сорвался с козырька подъезда. От полученной травмы он скончался на месте происшествия. Днем 7 февраля во время выполнения работ по очистке от снега козырька над входом в подъезд одного из жилых домов по улице 324-й стрелковой дивизии в городе Чебоксары поскользнулся и упал вниз с высоты около 2 метров 70 сантиметров 49-летний плотник управляющей компании, находившийся на указанном козырьке и оказавшийся на его краю. От полученной при падении травмы головы мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки оценят исполнение требований законодательства об охране труда и технике безопасности в данной организации.